У Гомеля открылася выстава фотокорэспандэнта беларускага тэлеграфнага агенцтва Сяргея Халадзіліна «Імгненне». У экспазіцыі, якая размешчана ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцана, 35 фотаработ. Кожная фотография – спыненное мгнение життя. За больше чем 30-годовую профессийную деятельность автора у объекты утрапляли и простые сельские люди, и первые особы держав. На выставе представлены работы разных жанров. Это и портреты, и краявиды белорусской земли, и замежные мотивы. За годы працы у сферы фотожурналистики творчие и профессийные заслуги Сергея Халадзіліна были не раз означены высокими узнагородами. И он является лауреатом премии президента Республики Беларусь за духовное одраджение, пераможцам конкурсу «Золотая литера» и конкурсу журналистских работ союзной державы у номинации «Лепшая фоторабота». Из 100 лет, которые Белта существует, 27 я проработал в Белта. Поэтому чувствую себя, наверное, частью этого коллектива, частью этого, скажем, такого большого механизма информационного. И вот эти фотографии не отражают, наверное, мгновение моей творческой жизни за 27 лет. Девочки сегодня уже набирали 40, наверное, может быть, может 35. Это была моя первая работа, которая участвовала в 82 году на выставке и взяла там главный приз.